Итак, всем привет, дорогие подписчики, а также гости канала. Всем трем. Слушайте, я музыку выключу, пожалуй. Что-то у меня в последнее время этот YouTube начинает тролля-ля-то поля на музыку. Благо. Вот. Да, в последний раз мы остановились в порту. Да, восстанавливаем города после Великой Отечественной, да, и, соответственно, что нам надо? Я собирался начать здесь заносить товары, новые зоны, колено, да, поле крафта пошла через ногу. Так, ты говорил, сбили, мы вместе служили, это лучший стрелок. Загрузить отмеченный белой звездой, одни находятся, насколько мы, блин, ну я же это... А, ну я это выполнил. Это я выполнил. Так, у нас, по-моему... Да, что-то с рубильником. А, слушайте, вы мне не написали, какой там... Да, вольтраж этот ставить. Только вольт. Там 220, по-моему. Да, слушайте, вот это... Сейчас давайте посмотрим, какие сюда идут, а какие не идут. Вот черт ногу сломит. Так, ну везде 20 b20, да, 240, а 240. Ну давайте попробуем 240. На 20. Нет. Сорок может быть. Понятно. Так, включены вот эти 240 на 4 до 400, да? Слушайте, а вот это не надо чинить случайно, а? Что мне кажется, что здесь провода надо починить, нет? В общем, да, блин, слушайте, ну напишите вот кто-нибудь, кто знает. Да? Кто-то я... А, во, кстати, повар 200, 230. Блин, еще математические расчеты, что ли, решать? Да вы еще, ребята, блин. Разработчики, вы серьезно? Вот интересно. О! Слушайте, да. Ура! Я как сделал, не знаю. Слушайте, ну как-то я сделал. 19 там, по-моему, да, было, или 18.
Ладно. Хе-хе. Так, соответственно, у нас... Да, используем кран. Так, слушайте, а где этот кран? Так, это сюда, это туда, да? Так, прицепить, отцепить. А, ну это, наверное, вот эту, да? Надо фигню прицепить. Да, но как я должен туда ее? Вверх-вниз, назад, вперед, вращение. Ехать боком. Джойстик. Рик-н-джой. Джойстик. Зашибись. Так, это интересно. Это интересно, как я должен ехать. Да нет, F, подожди, F. То есть ты не хочешь ехать бок. Клик за choose. Joysticks. Во. Во, понятно. Да, конечно, это ну такое себе развлекалово. Вы подсказали, что джойстик здесь. Отлично. Так, это мы погрузили. Отремонтируйте лодку. Лодку. Что у нас? Спустить воду в доке. Каком доке? Эх, если бы они еще, блин, как-то помечались в каком доке. Ладно. Причасток в порядок. Же. Так, нет, отстань. Это
здесь этих. Я надеюсь, это вот этот, да? Или нет? Либо нет. А... Я вроде бы. Вроде бы этот. Так, здесь не надо ничего залатать. Так это да, может быть, вот это вот. Окей, давайте сейчас мы его, в общем, будем все собирать, все полностью, и смотреть, что у нас получится. А мы уйдем, это у нас последний, кстати говоря. Так, это у нас последнее. Так, древесина, да? Древесина. И как по-вашему я должен эту фигню поставить на ее? Кран прикольный. Где наш этот? А вот она, вагонетка наша. Дерево, куда бы тебя дерево сложить? Ну давайте вот так вот ее сложим. А что? Так, это мы соберем. Кажется, что это... Так, подождите, это какой-то третий... Что-то вот там есть. Ну туда нам не добраться, братцы. Лишь бы куда распихать, потом если что будем собирать. Угу, вот так это мы собрали. Так вот, чего тебе, собака, надо? Идите. А ну мы прости зону еще. Но, блин, а я не знаю, что сюда поставить такое.
Без понятия, что туда поставить. Так, а это, я так понимаю, ага, переработать. Лодка. Подводная лодка. Так, ну-ка иди-ка сюда, вагонетка. Так, ну это мы сделали, это мы сделали. О, кстати, ты кто? Знаете, это, пардон, чертовски хороший кофе, именно то, что мне нужно, спасибо. Я привык жить в особняках, получаю все на блюдечке с головой каемочкой. Теперь я работаю в две смены на у измельчителя металлолома, чтобы заработать на еду, платить за жилье. Когда началась война, отец отправил меня в деревню. Но я так хотел сражаться за свою страну, что сбежал. Я добрался до Лондона, встретил девушку и влюбился. Какое-то время ей удавалось удержать меня от призыва в армию, но она погибла во время блица. Мы ведь одного возраста. Нас, молодых, не брали в армию, но я не сдался и купил поддельный документ у одного солдата. Я находился на базе королевских ВВС, но никто не воспринимал меня всерьез. Так что я спрятался в одном из самолетов и оказался во Франции. Во Франции был ад. Отряд, в котором я был прописан, уничтожил снайпер в городе Кан. Я прикончил. Но что из этого? Он успел убить моих друзей. Знаменитое освобождение Парижа было не лучше. Крупнокалиберный пулемет почти полностью выкосил очередью мой отряд. В живых остались только я и парень с простреленной ногой. Он тоже здесь работает. Наконец я дома, но я не знаю, что делать дальше. Я постоянно пью, а когда не пью, не могу уснуть. Я не могу показаться отцу в таком виде. А моя Кэролайн умерла из-за меня, но я настоял на этой дурацкой встрече в парке, а потом я не мог защитить своих братьев по оружию. Извините, еще раз спасибо за кофе. Наконец-то я дома, я не знаю, что делать дальше. Да, ну все, да, я понял. Понял. Ну, в общем, мы его... Блин, что теперь будет это постоянно? Блин, что, постоянно гореть будет, что ли? Походу, за это забаговалось. Возможно, этот металл как раз нам понадобится на восстановление лодки, да, подлодки, точнее, или как там. Так. Строительный мусор, мусор. Так. Что еще у нас тут? Так, здесь. Или имеется в виду, там писали, что участок, это, наверное, вообще весь участок, да? О, нихера себе винт. О, здорово. Ничего не хочу. Я хочу узнать, что кому что нужно. То есть тебе, я так понимаю, вообще ничего не нужно, да?
Ну, хотя бы подскажи, куда идти. Где у вас лодка стоит, а? Мужик, блин, где у вас подлодка стоит? Но явно это не здесь. Ну да. Слушай, а может быть... А, слушайте, а может паровую надо что-то подремонтировать? Что оттуда похерачит? Ага, сейчас недоступно. Присесть мы никак не можем, да? Скорее всего, это потом нам будет задание. Блин, а почему сразу? Вот это сейчас недоступно. Да чтоб вас... Где эта грёбаная подлодка? Так, письмо с юга, но это... Так, сделать-то мы сделали, да, 100% украсти. Да, еще вопрос, чем ее украсить, эту зону. Ладно, с украшательством, слушайте, наверное, я здесь особо не буду. А, вот она. Так. И... Так, давайте возьмем с собой материалы. А, слушайте, возможно, ее надо поднять. Нет, нельзя поднять, да? Но я думал, краном часок. Ну нет. Вы все здесь закрытое. Или нам по воде придется идти? Ох, ёп. То есть я как... Понятно. Я как балласт, да? Как... Так, и это, скорее всего, вот это вот... Вот эту фигню надо... Чтобы отремонтировать, надо... Почему ты? Это нельзя. Надо откачать как-то воду. Вопрос. Вопрос, как это сделать и как эту воду грёбаную откачать. Вопрос. Очень хороший. Слушайте, очень хороший вопросец. Я не смогу как-то нырнуть. Понятно.
Блин, как же тебя откачивать-то, а? Вот, да, задачка. Так, эти у нас не работают. Кран, да? Кран у нас не работает. У нас это тоже не работает, кран. Возможно, какой-то вентиль надо. Не, ну если бы вентиль, то нам бы... Ну да, здесь эти украшательства, памятники, материалы. А, во, клапан. Давайте два, давайте три на всякий случай. На всякий случай. Так, нет, неправильно я иду. Все-таки клапан. Ну, блин. Какой же ты... Клапан. То есть... Но не тот клапан. Ну, блин, ну они же похожи. Так, ладно. Горелкой тебе, блин. Горелка, кувалды. Нет, зачем лопата? Кувалды. Нет. Четкой. Странно, вот все это выбирается, а клапан не выбирается. Блин, да что ж такое-то, нигде не пролезть. Слушайте, ну вот я здесь, конечно, застрял. И... Если честно, не знаю, что делать и куда вообще, что, куда, зачем. Ну, кран это у нас только для металлолома. Но это мы выполнили, он, скорее всего, вряд ли. Да, он, видите, он, у него маленький ход. Вряд ли он. Ну да, и он туда
кидал металл. Так, ок. Там мы погрузили. Слушайте, в общем, да, давайте, наверное, вот, я задам вам вопрос, да, и надеюсь, на него кто-то ответит. Но как вы, какие ваши предположения, вообще, как эту воду откачать? На него перепрыгнуть нереально, но просто неоткуда. Если бы он ближе как-то к мостику стоял, или как-то можно было бы... Оп! А нет, слушайте, реально перепрыгнуть. Но я не... Да, перепрыгнуть-то я перепрыгнул, а толку-то от этого? Да, чтобы мне его отремонтировать, надо ее поднять. Ну да. Да ёб твою, теперь я чё буду теперь? А, слушайте, а я теперь здесь, по-моему, навечно остался. Оп, блин. Отлично. Так что да, напишите, как мне быть с этим делом. И вообще, куда, как этот клапан грёба, или клапана, может быть, другие нужны. Но других нету. У нас как бы только эти, я могу создать. Ну, как откачать эту воду? Да, так что жду ваши комментарии. Ну а на сегодня все, пока. Пока. Ну, хватит лайки на ваше смотрение, как всегда. Ну и не переключайтесь, играйте только хорошие игры, и мы с вами скоро увидимся. Все, пока-пока.